Сегодня покажу, как просто и быстро сделать резервную копию телефона на Android перед сбросом до заводских настроек. Это важно, чтобы не потерять фотографии, контакты и данные приложений. Но сначала нажмите кнопку подписаться внизу, это действительно мне помогает. Спасибо. Итак, первое, что мы сделаем с вами, перейдем в настройки, на шестеренку. Заходим в настройки и листаем вниз. И выбираем учетные записи архива. И посередине вы увидите Google Диск, резервное копирование данных. Переходим. Если у вас галочки не стоят, выбираем фото, видео и другие данные устройства. Нажимаем подтвердить. И разрешаем ко всем. Статус резервного копирования. И просто нажимаем настройка резервного копирования. И здесь нажимаем начать копирование. Но имейте в виду, что на вашем Google аккаунте достаточно места для копирования всех данных. Но есть второй способ, бесплатный. Возвращаемся назад. Еще раз назад. Листаем вниз. И видим общие настройки. Заходим. Здесь есть сброс. Нажимаем сюда. И у нас есть временная облачная копия в облаке. Вы можете создавать резервные копии неограниченного объема данных в Samsung облаке сроком до 30 дней. Но для этого вам нужно войти в Samsung аккаунт. Вот и все, теперь ваши данные в безопасность. Можно спокойно сделать сброс до заводских настроек. Листаем вниз. И видим сброс до заводских настроек. Нажимаем. И мы видим, что удалится с телефона. Удалится полностью все. И вот сброс.